Меня зовут Анна. Поскольку я уже много лет знакома с практикой Крии, благодаря мастеру Имраму, я уже как-то приучила себя не задаваться никакими вопросами, а приходить и полагаться на то, что произойдет. Пусть будет, что будет. Здесь и сейчас. Я пришла, на самом деле, в 2008 году и с тех пор уже не уходила. Эта лекция не была исключением, тем более, что название было заявлено изначально слегка провокационное, потому что очень многие люди ищут, надеются на самадхи, просветление, и тут вдруг такой парадокс – нет никакого просветления. Это интриговало, безусловно, но понимая, как мастер обычно ведет разговор, было вдвойне интересно услышать вот в таком повороте рассуждения на эту тему. Рассуждения, потому что они вызывают абсолютно безоговорочное доверие. Не потому, что хочется записывать каждое слово, а потому что так или иначе мероприятия мастера, слова мастера Имрама, они вызывают то, что в драматургии называется перемена участи. Когда герой от рождения до смерти должен, с ним должно что-то произойти, чтобы жизнь его состоялась, чтобы она была интересна. И вот мастер дает импульс к такой перемене участи. Я думаю, что я не единственный человек, с которым это произошло, благодаря встрече с мастером. И этих перемен может быть даже несколько, в зависимости от человеческой судьбы, от настроя, от личности, от кармы. Если я чувствую, что человек близкий мне, знакомый мне человек нуждается, может быть, вот в таком импульсе, я всегда стараюсь мягко намекнуть, что вот есть мероприятие замечательного мастера Имрама. Но в зависимости тоже, наверное, от личности. Либо это может быть концерт, либо лекция, либо семинар, если человек серьезно настроен. Есть люди, которые испытали на себе все обаяние и мощь мастера и тоже пришли в практику Крии, что не может не радовать. Есть люди, которые, что называется, подсели на музыку и приходят практически на все концерты, слушают их. Так что вокруг, даже вот помимо команды Крия, вокруг меня тоже потихонечку образовался такой клуб поклонников мастера в разных его ипостасях.